Сами полицейские, а форма, кроме нашивок, милицейская. Шапка из овчины, куртка и берцы. Когда поступит новая одежда, пока неизвестно. Приходится донашивать старую. Может быть, не слишком модно, зато тепло и удобно. А еще каждому полагается вещевой мешок. Причем его содержимое весьма разнообразно. Чего здесь только нет. Это кремы для бритья, зубная паста, это станки бритвенные. Письменные принадлежности, линейки, карандаши, ручки, крем для обуви, компас, чтобы не заблудиться в лесу. Есть атлас территории нашего региона, носовые платки, а также комплект нательного белья, противогаз и дорожная фляжка, а еще сухой паек. Но, как выяснилось, все это не для каждодневного пользования, а на случай чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы он мог принимать участие по ликвидации тех или иных чрезвычайных ситуаций на любой территории Российской Федерации, если на это потребуется, значит, соответствующее распоряжение. Ситуации бывают разные, и для поддержания каких-то основных средств это те вещи, которые необходимы сотруднику на первый случай, на первые 3 дня. Арина Макарова, Виталий Немов. Новости Димитровграда.